Крым является территорией Украины. Такое заявление сделал кандидат в президенты России от оппозиции Григорий Явлинский в своей предвыборной программе. Она обнародована на персональном сайте политика. Согласно этому документу, кандидат в президенты России выступает за то, чтобы прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Также поддерживать территориальную целостность нашей страны и соблюдать взятые на себя международные обязательства Россией.